Радио. Понял? Он умер. Mi guardano male, siamo a posto. Ecco. She does what she wants and she looks cool doing it. Хочу. Ты если когда голоден. Ну да. Что ли делать? Сейчас с таким же успехом можно было просто руками поесть. Там будет лоб или что-то такое. Не палится вообще ни разу. В Москве жарко, подстригли стрижечку кабриолет, чтоб все обдувало, чтоб ветер ласкал голову, чтоб не было жарко. Больше похож на чела под эту, под систему просто выбрили. Да-да, не под парик, под волосатую систему. Саня, парик надевается на волосатую голову, а система клеится на лысую. Да господи, не душни, я просто шучу. Я помню, в чем разница. Да, беспалевный. Зачем ты воду своровал? Да это же не я, ёлки матрас. Это что, американские копы ведут расследование, да? Походу. А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Ну все, я установила видеорегистратор. Только единственное, я не могу нигде найти, куда это воткнуть, прикуриватель где. Сейчас капот открою. Я надеюсь, она стебется. Далеко отплыл, да. Повезло же бабе, а? И пивасик, и розочка. Ну что за мужчина? Ай, девочки, вот это утро у кого-то. Черт! Тайлер! Зачем ты ей проболтался? Тайлер, что вообще происходит? Я просил... Автоматически это... Я так понимаю, это был романтический ужин. Да, да. У котика явно он удался. Курочку он спиздил. Ушлый какой. Что происходит? А! Ой, а, это мы видели уже полгода назад где-то. Ça, ma grand-mère et tout. Bye bye, Kassim. Ah, je rigole, je rigole. Mmh. Je rigole, quoi. Quoi, tu rigoles? Надеюсь, котенок не пострадал. Я тоже. А. То есть настолько сильно зажевала штанину, что он не смог ее вытащить и решил, лучше я брошу эти штаны здесь. Важная информация, ребята. Не забывайте. Чилим до последнего. До талого. Все еще чилим. Ну да. Больной психопат. Так когда очень хочется вазэктомию, но нет денег, что ли? Я хуй его знает. Что-то плохое будет, да? А, хорош. Курва! Что робишь? Right. Know that your bumper's in his car. Yeah. Совсем не палится, чел!
есть, блин. Not good. No. Вот вы все говорите, зуб, зуб, надо поставить. Смотрите, сколько преимуществ. Вот трубочка, видите, сушняк. Смотри, оп. Аккуратно, припарковал. Даже вот открывать не надо. Опа. Молодец, чего, все мыщет позитивные no. стороны. Бомба. Цены на зубы видели? Почему он, сука, на морских ежах поехал? А, о, это то самое, что ты мне это, кидала, я в беседе это тоже видел. А, кстати, там не все были кадры, про спит Есения я не видел. Хоть ему сложно, зверник, хоть послушный. Если бы ты еще работала. Наверное. У меня тут море шумит, поэтому вы мне пока... Те самые усы, про которые Настя говорит. Ручки свои не записывайте, я вас все равно не слышу. Байден, 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 не слышишь, но видишь. Это Ghostbusters. Да, ага. Я понимаю. Блять, а почему маленькие такие стакашки? Зачем вообще стаканы? Можно сразу потому, в рот. Потому что хозяева банкета жадные, возможно. That's so bad. Brian knocking you a full massage. That's just... Yeah, I wouldn't do that shit either. Чьи-то было. Ну хорошо. Do you medical attention or you're here to report a crime? You need to leave. Go and drink this in 15 seconds. Пить газировку быстро вредно, если что. Кто не знал. А где звук? Видите, что же случилось? Я же звук пропал. Да. Не, ну по факту, на самом деле. По факту, вредно. Да, лучше не стоит. Залпом пить газировки так много. Макс и Спенсерс пицца и some McDonald's looking chips, and then I'm gonna fucking go out and cause a fight. Dan Grohl. Who the fuck you talking? Чё? Cause a fight. Dan Grohl. Who the fuck you talking? Ах, сабы, да, зачем? Из 10 баллов ставлю 10. Ну, не только потому, что знаю этих парней, а потому что, ну, это реально... Ну, те, кто делают качественно... Класс. Качественно. Там, скорее всего, это доложили. Они для видео, потому что там видно было, что там есть сыр. Еще. Только потому, что знаю этих парней, а потому что, ну, это реально... Ну, те, кто делают... А, ну да, кстати, реально, вон он сыр. Пиздёж ради видосика, никогда такого не было. Вот опять. Я сначала подумал, что желтое это соус, но нет, я вижу, это слайсы, два слайса сыра. Качественно, качественно. И другого цвета, и правда. Я помню эти телевизоры. Тогда половина телевизора. Опа, не застрянь. Да, кто снимал наши это, нашу супружескую постель? Да в смысле, где ты нас увидела, блять? Мы не обнимаемся в постели. Иногда обнимаемся. Да? Смотри, ты загорела, а я просто это. Холодная мразь.
Капец, она здоровая, конечно. Ну я, да, конечно, я большая женщина. Я его прожарил. I guess you wonder where I've been. Я, конечно, не повар, но твой вареник я бы прожарил. Конечно, не повар. Повара перед готовкой хотя бы яйца моют. Правильно, мойте свой гуйдак и свои яйца. И руки. Сука. Не спать нахуй ты, блядь. Вафлидрон. Какой вафлидрон? Ты а что ты спишь нахуй? Что это за такое, бля, вообще высказывай? За всех тех, кому завтра на работу. Не опаздывайте. Зачем видосики с Валей показывают? А мы типа сильно отличаемся. А, это просто мое завтра. Да. Спасибо за просмотр. Увидимся.